Вот первая находка, такая проволока на дорожке. Вот так вот начало положено. Вот еще одна находочка, кусочек ржавого железа, отгнившего уже. Приходится грубовато настройку делать. Тут все усыпано этими. Короче, место неудачное. Кругом одна ржавчина. Кругом одна ржавчина. Пойдем дальше. Вот что-то загудело. Будем копать. Стекло, что-то, видимо, не шибко интересный артефакт. А, вот он. Куда без нашего любимого ржавого железа? Огонь и железо – основа цивилизации, да? Вот еще сигнальчик. Вытянутый какой-то. Что-то там длинное. Сейчас будем смотреть. С длинным я погорячился. Опять наше любимое железо. Артефакт такой. Ну, чё. Закапываем, идем дальше. Час где-то прогулялся еще. Ничего не нашел. Муравейник только вот. Попался здоровенный. Лесной мегаполис. Иду я в обратную сторону уже. По лесу тишина. Ни одного сигнальчика не было. Ни одного. Ладно. Сейчас закругляемся. В следующий раз пойдем в другое место куда-нибудь. Испытания будем продолжать. Вот о чем я и говорил. Грибники ножик потеряли, блядь. Ну давно когда-то. Он уже весь сгнил. И вон. Надавил, отламывается. Там даже полмиллиметра железа-то не осталось. Советский еще. Что-то там. Шестьдесят копеек, что ли, написано. Что-то такое.
Ну и трубу какую-то тонкую. Просто не стал снимать гнутую кусок трубы. Ну и все, все находки вот. Я уже подхожу тут просто, как говорится, к исходной точке. Ну, наверное, на этом все. Больше сегодня не буду ничего копать. Вот и клещ. Думал, клещей нету, комары съели. Собака. Он еще какой артефакт нашел. О. Все, клеща отпустили. Огня с собой нету. Сейчас до дому доберемся, а перед работой будет осмотреться от клещей. Ладно.